Йо-йо-йо, всем привет, это Фоксон, и я нашел это игровое дополнение, которое при каждом звуке. Короче, да. И покажу, почему это самое классное дополнение, которое я нашел. Во-первых, иностранное, типа, что это за кара. Во-вторых, если мы зайдем в способности, допустим, у того же самого друида, то на вкладочке «Вызов», где мы можем призывать ворона, духа волка и волка, вызов волка мы можем делать с первого уровня. Ну, гризли понятно, что 40-й уже нужен, но с первого уровня. И вот эту хрень тоже с первого уровня. Короче, это очень такое имбовое дополнение, чтобы познакомиться с игрой. Вот, давай просто начнем с того, что мы... Начнем убивать этих гребаных ворон. Это самое печальное занятие на старте. Потом, поверь мне, будет проще, намного проще. Итак, кстати говоря, у нас на старте есть кубик, хородрический кубик. На самом старте. Блять, эти гребаные вороны. Короче, иди пусть нахрен будут без меня эти вороны. И можно выкинуть кучу монеток, чтобы... А, ну да, это так вот выкидывается. То есть мы не через shift, не через alt это нельзя выкидывать, да? Понятно, замечательно. Самое веселое занятие. Просто выкинул монетки. То есть это дополнение для Diablo 2 Lord of Destruction. Называется дополнение Underworld. Здесь, да, убраны такие ограничения по скиллкапу. Имеется в виду по требованиям уровня персонажа для прокачивания каких-либо способностей. Здесь увеличен хородрический куб. Правильно я говорю? Хородрический? Куб Харадрика. Он большой. Все-таки есть ништячки в виде монеточек в начале. Есть изменены какие-то модельки. То есть мод какой-то немножко странноватый. И в самом-самом детстве я все-таки натыкался на этот мод. На таких дисках, антологиях... Так, чтобы мне сейчас не пиздякаться с этим чуваками, мне надо в чарсе. Купить мне какой-нибудь лук. 109 монет, ага, стрелы как я куплю. Сколько стоит? 81. Да хотя бы вот эту хрень. 240. Печаль, что я скажу. Придется руками чуваков. В начале игры есть вот такой самый крутой под восстановление. И пойдем эти ворон, что делать? Да, самый крутой под восстановление, то есть это такой мега имбовый. А самое интересное, я думаю, мы за этот раунд добежим до этого места. Покажу самое интересное, что здесь есть. А я даже, наверное, сейчас могу показать. То есть в обычном Lord of Destruction там есть это такая интересная локация. Называется «Добить бы ворону». На самом деле, если я сейчас доберусь до каких-нибудь орков, то это намного проще. Нет, ворона, иди нахрен. Я сейчас покажу сначала эту тему. Может быть, копилочками денежки есть, надо посмотреть, кстати говоря. Золото. Это не то. Короче, кромешный ад. Я хз, как туда попасть? Вообще хз. И здесь есть интересная локация, называется Плато Томоя. Это секретный кровий уровень Lord of Destruction, который в который можно войти только после полного прохождения игры. А здесь в него можно войти сразу. Но не в секретный кровий уровень, а на Плато Томоя. То есть дело в том, что когда ты идешь в монастырь, ты натыкаешься на эту локацию. Печаль, 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 ребята. Я не знаю, что с вами делать. Мне нужен хотя бы один волк. Теперь да, все будет проще. Да, первый уровень, все-таки это слишком жестко. Че это? Тип. Ой, все, ребята, отстаньте. Типа, мне вообще не хочется с ними контактировать, но никак. С воронами тем более. Вот этих чуваков можно, по-моему, тузить. Про конишу, я понял.
Печаль. Давай попробуем убить все-таки. Надо кого-нибудь убивать. Надо кого-нибудь убивать. Ого-го-го-го-го, еще что скажешь? Щит. Да я понял, понял, ладно. Но самое интересное начало, это вот гребаное начало. Да. Ты нет ни одного волка, которого можно призвать. Ни одного существа, ты ходишь, пытаешься хоть кого-нибудь убить. Да все, 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 я понял, ребят. О, ворона. Ну, ты можешь убиться об кого-нибудь, пожалуйста? Ну, короче, такая себе история. Тем сейчас добьем ворону, получается. Или попробуем этого падшего убить. Ну, прошу, слушаем. Есть контакт. Короче, берем волка. Сколько можно волков можно? А, во-первых, еще два этих поинта дают. А, нет, ман, я понял, что тебе нужно мана. То есть настолько все плохо, что... Погнали. Короче, все, понеслась. Понеслось месиво. В принципе, мне здесь больше ничего не надо. Чем быстрее я доберусь до плата домой, тем лучше будет. Ну, тем быстрее я покажу вообще фишечку здесь. Сейчас мне Флави скажет, что типа, братан, тебе не надо сюда, ты слишком мало уровня, да? Пошла нахрен. Вот, идем в холодную равнину. Здесь у нас телепорта нету, как в обычном World of Destruction. То есть, несмотря на то, что мы его десактивируем, я все равно не могу. Я могу с него телепортироваться домой, но... Что здесь у нас? Трещина? Это самая охренительная фишка вот этого дополнения. Не надо. Не надо ходить. Епстать. Да. Не надо ходить туда. Почему? Во-первых, мы сейчас продадим взрывной смеси очень много. Потому что там запросто может встретиться Диабло. Запросто. Поэтому не надо туда суваться, тебя могут убить там просто с первого шота. Вот, поэтому в первую очередь нам нужно... Кстати говоря, также и с кладбищем, то есть... На кладбище есть вот этот вот склеп и мавзолей. И если туда засунуться, там очень легко найти Диабло. Для опыта классно. Не то, что Диабло, а даже самих вот этих коров того плата того уровня. И поэтому, как там, как можно очень легко найти коров, так и очень легко можно найти Диабло, который тебя убьет в первой тычке просто. Поэтому классно суваться тут друидом, либо некромантом, потому что у тебя есть мясо. Что я сделал? Количество 25. Ну ладно, потом разберемся. Я рад, что они заняли много места. Да, можно мне второго волка призвать, пожалуйста? Спасибо. Делаем еще двоих волков. Здесь я не могу это прокачать. Высов духа пополняет твою ману. Ну давай, лозу еще вызовем. Да, но это не фан, это конечно весело. Я хочу ману найти какую-нибудь. Вот, поэтому в такие пещеры суваться здесь просто не надо. Это небезопасно вообще. Можно умереть, отъехать с первой тычки. Вот, и здесь... Чтобы прокачаться, нужно просто бежать на плату домой и убивать быков. То есть это вот единственное, как можно прокачаться здесь. Сила мне нужна сейчас. Ну, вообще, думаю, нам бы прокачивать именно вот это вот дело. Стойкость. Вот здесь нам опыта особо много не будет, но пока волки там по дороге, пока бегут, кого-то убивают, в принципе, пусть убивают. Можно лозу призвать и переключиться на волков. Сейчас лоза будет жрать трупы. Мы еще призовем волков. Золото. Есть контакт. Теперь твои группы. Ну, в первую очередь прокачиваем волков. Все-таки. Там вот эту хрень. Ману, я думаю, качнем разочек. Да, пусть вот так вот будет. Волки у нас слишком имбовые. Так что, в принципе, мы немножко уже раздраконились. Сейчас посмотрим, кладбище, на кладбище попали. Захоронение, ладно.
Можно попробовать залезть на Диабло. Типа, какой мы уровень? Четвертый? Будет весело. Главное, чтобы мне хватило маны, потому что если не хватит маны, это будет очень жестко. Вот, сразу, я думаю, запишем в центр сюда. И сейчас у нас ворон побежать должен. Да, и нам нужно ворона... с него сет пасть должен. И на этом дополнение сет очень легко выпадает. Что-то кого-то бьют, непонятно. Могу еще вулканчик, кстати, взять. По-хорошему, наверное, все-таки... Ворона я не хочу призывать, на самом деле. Типа он нет лоза, а сердце Арсамахи хватит. Хорош. Форма хитрый. Оставляет врагов делать на его стал повреждения. Это, конечно, весело, без... прикольно. Но здесь у нас есть звезда огня, вулкан. Прикольная тема, очень прикольная тема. Давай мы еще раз волков подключаем. Подключаем нашу, наверное, эту хрень. Да, у нас ребята прокачивают все. Я думаю, все заберем, где он поначалу вообще был. Кстати, вот эти есть, как это называется, ловушка горгули. Они, кстати, не убили, да, ворону? Да, судя по всему, ворону не убили. Я буду прокачивать ХП, потому что надо выжить отычек с... Отычек Диабло надо выжить. Все, волки начинают уничтожать все. А потихонечку найти, убить чуваков, которые... Ну, это, конечно, понятно. Да, не хочу просто убить. Да ладно, ладно, я понял. Пытаюсь потихонечку расшатать это все дело. Я их перепризову еще раз, потому что хочу, чтобы они более сильные были. Да, волкам все-таки трудно идется, на самом деле. Ну ничего, это на старте, типа, окей, нормально. Где-то еще шаман стоит, да? Мне кажется. Да, мне кажется. А где тварь эта, которая... Просто... Убей ворон. Да, где ворон это? Ну, давай, сходим за вороной. С нее выпадет сет. Ворона, ты где? С нее выпадет сет. Как это делать? Через контур? Через что-то делать. И сет нам нужно будет надеть, если, когда мы наберем достаточно силы. Вот, и если нам повезет, мы сейчас аккуратненько сможем зайти в склеп и убивать там быков. Если повезет. Но если нам не повезет, нас убьют. Вот и все. Очень легко так. Ворона не вижу, кстати. Чаль. Где ворон? Он, кстати, ворон шестой. Так мало опыта дает. Очень странно. Очень-очень странно. Ворона, кстати, я не вижу. Что происходит? Где ворона? Зелевого наследства у меня нету, ладно. Вот на ворона, кстати. Волки, давайте-ка потихонечку расшатывайте всех. Да, все, ворона убили. Вот они. Миллион стаков доспехов. Которые можно продать за нормальные такие деньги. Прям нормально. Требовала сила 70, то есть это одни из таких сетов, таких популярных в этом дополнении. Все, ворона умерла, миссия выполнена. Попробуем потихоньку залезть в склеп, но... Это почти 100% смерть, вот серьезно. Но, как только мы убьем хоть одного быка... Как только мы убьем хоть одного быка,
у нас пойдет раскачка очень жесткая. Поэтому мы сейчас вот так вот все сделаем. Ловушка Гаргульи умерла. Открываем портал, прыгаем в лагерь. Закидываем. Ну, слушай, я не уверен, что мы выживем, поэтому... Да, Акара, это понятно. Это, конечно, все очень интересно. Мы берем у тебя... Наверное, мы тебе продадим это все дело. Тысячу, да? Это все не нужно. Зелья пусть, в принципе, у меня будут. Дальше мне у тебя нужно купить это дело. Это дело. Нет, через Ctrl, наверное, делается, да? Да, чтобы максимально затарить. Нет? Нет. Не знаю, как это делается. Ладно. Пофигу. То есть это продается прямо такой за нормальной бабки. Сильная защита, сопротивление молнии. Как бы ничего такого супер особенного, если честно. Но это можно было бы надеть и немножко так убить себя. Собрать сет вроде как даже прикольная тема. Но ворона следующего прям найдешь, так сказать. Ну, слушай, меч, конечно, получше будет, чем это говно. Ну, хоть что-то надеть надо. Хоть что-то надеть надо. Что, все что ли? Что-то надеть. Носить и носить что-то все равно надо. Вот, который не с этого вещи мы все равно продадим. Бабки у нас есть, щиточки есть. У нас, в принципе, все есть. Теперь. Прыгнем, наверное, я пробую убить их типов. Оружие, что-то там у меня есть. Может даже что-то купить. Насколько я помню, у меня ничего нет такого годного для друида. Каши, привет. Да, Ализа, это, конечно, замечательно. Но нам как бы как будто бы насрать. Озер пусть будет. Да. Все, закидываем в... не дурочно дело, понятно, ладно. Все закидываем тогда и прыгаем тогда в тот ад, в котором мы только что были. Вот он, спутники, кстати, вид змеи какой-то. Тоже один кек такой. Интересно. Все, перепризвали всех фолков. Пошли потихонечку прыгнем. Прыгнем туда. Я оставлю телепорт здесь, на всякий случай. Ну что ж, поехали. Главное, не сдохну. Слышу что-то. Коровы. Я об этом и говорил. Сейчас осталось держать волков живыми. Это еще чемпионы попались, но вообще трэш. Че, не убить кого-нибудь? Походу нет. Это слишком сильный разгон получится, когда они их добьют. Ладно, чтобы не хватило маны. Вроде бьют. Это был слишком жесткий разнос. Слишком жесткий разгон. Thank you.
Вот так, терпеливо. Нам очень повезло, что нас коровы не зажали на самом старте. Это будет сразу первая точка будущего, все. Вот, и поэтому таким образом ждем, терпеливо стоим, пока у нас волки их расшатают. Это здорово делать на... как раз на друиде. Ну, как раз из-за того, что есть кому танковать. И на некроманте прикольно. Вот, на остальных героях это очень трудно. Ну, может быть, еще на 40 можно это сделать. Вот. Если честно, я бы их вывел еще чуть поближе, но... Сколько волков? 3 волка можно сделать. Угу. Ну ничего, мне кажется, они этого быка скоро добьют, так что нормально. Сразу 1 000 000 левелов ап. То есть это очень трудные вообще миньоны, чтобы их грохнуть. Крипы. Судя по тому, как мои волки бьют очень долго. Зато после этого это будет полный разнос. Серьезно. Помню, даже спутников сразу убили. Первой точки, конечно. Пошел вперед, ага. Чуть-чуть. Вон этот волчара тоже бьет, кого такого не вижу. Ага. Бил, держим ладского быка, понятно. Вот, и этим дополнением очень сильно запомнилось. Тем, что можно отлететь с быков в таких локациях. Да, вроде бы просто на кладбище, но... Ну, вот так вот. Ну, как-то нам не повезло то, что нам попались именно сразу чемпионы. Это вообще очень не повезло. Но скоро один из них отъедет. Давай, осталось чуть-чуть. И волки, у них сколько у них? 1254 хп. Прикольно. То есть это так и делается, запасаешься маной и бежишь с волками сюда. Так, смотри сейчас. Смотри, сколько уровней. 6-й. 7-й. 7-й. Волков сразу улучшаем эту хрень и берем сюда. Ну, я бы сказал, что все равно боюсь. Седьмой уровень. Давай добивай. Нормально так дает. У него хп устанавливается, прикол. Тихо. По лесу не давать не надо, пожалуйста. Нам бы не грохнули, я так понимаю. Ладно. Нам бы не грохнуть, кстати. Слушай, ну пойдем-ка отсюда тогда. Тогда свалим отсюда. Пытаемся найти быков где-нибудь поближе, в более большом количестве. Ёпстель. Здорово. Ну, примерно в этом формате как бы это все делается. Держим волков живыми. Они очень тяжело им даются, быки. Секундочку, это... Очень удобно их зажимать в таких локациях, чтобы... Почему у них восстанавливается хп? Ну-ка, волки, идите сюда, я сказал. Теперь обратно. Понимаю. Видимо, там какой-то адский бык, который он все равно хп или что?
Ну какого-то же они мочат. Вот этого, да, вроде? Да кого-то они явно мочат. Да-да-да, давай. Вы сможете, ребята. Давайте, раздраканивайтесь. Разгоняйтесь, ребята. Вы сможете, я вас верю. Вынесла моя надежда. Давай, еще левел. Нет, мало дали. Жалко, конечно, жалко. Я к ним даже подходить не буду, они с двух тычек просто хлопаются все. Блин, очень больно на самом деле стоять и ждать пока. Хотя стихийно, у меня даже вулканчик это есть, потому что там. Мне кажется, ли вулкан намного более эффективное оружие, чем эти волки. Я поставил вулкан, наверное, дабл и поставил сюда. Чё у меня в инвентаре? Меч и ничего. Вот там, где ничего, у меня будет вулкан, да? Работаем, ребят, работаем. Ну да, так эффективнее, конечно. Поднимаем уровень волков тогда. Поднимаем уровень вулканчика. Погнали. Вот, с них падает, пожалуйста. Зелье какое-то, ключи, светочки. Нагрудник. Шо, волки? Окей, вы где? Ранен Саш, понятно. Бычары, вы где? Йоксель, сундучок там, прикольно. А бычары пришли. Здорово. Ну, все-таки себе качну ману, чтобы чуть побольше спамить. Есть контакт. Погнали. Стихийно сюда. Кого убьете там? Понятно. Быков. Там вроде у меня даже есть ключ, чтобы достать это из инвентаря. До хрена падает золото, конечно. Я сказал бы, что супер крутые вещи с них падают, но тем не менее. Ну, говнище, конечно. Тут говнище. Вот, попробуем того тогда убить, чёрного одержима, который был, да? Мне особо шмотки с них не нужны, если честно. Там вот здесь бычар был. Здорово. Беги сюда. Братан, беги сюда, я сказал. Получится его убить? Ну, хрен знает, если честно. Очень много маны для этого надо. Ну, я так скажу, это того не стоит, если честно. Поэтому давай прыгнем сюда. Перепризываем всех волков, чтобы они обновились. Что есть у меня подозрение, что они, им нужно урон обновлять. Угу. Еще раз эту хрень, еще одну розу. Отлично. Берем Акару, тогда Торг сюда. За 1500 я у тебя не вижу смысла покупать это. Берем маны, чтобы заспамить полностью. Да, пойдем тогда убивать этих типов. Да, давай сюда. Опа.
Да, спасибо, что подождал нас здесь. Мы очень рады. Тихо-тихо, не надо к нему подходить. Сегодня может несколько вулканов уничтожить. Ну ладно, нормально. В принципе, это допустимо. Потихонечку мы его сейчас грохаем. Боки, кстати, уже не умирают, это приятно. Сколько у них там хп? Еще 596. Да вроде не так уж и не настолько сильно много, чтобы совсем не умирать. Че, с тебя ничего не выпало, да? Ну и нахуй. Большой шарм какой-то. Если честно. Баки вы где? Я вас как будто бы больше не боюсь. Че там? Раненый скипетр. Как будто бы больше вас не боюсь, ребята. Давай мы силу качнем все-таки, чтобы попробовать забрать себе этот сет с... О, бочара, здорово. О, да, началось месиво. Началось месиво. Тихо-тихо, ребят, я сказал. Очарованный аурой какой-то чел. Понятно. Еще волков качаем. Надо, кстати, волков призвать, если что. Очень, конечно, интересная грейнука, но тем не менее. Есть какой-то азарт того, что... Мы всем жопу наберем сейчас. Вот она, до хрена золото. Это ключ, это алмаз, золото, 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 золото. Шарм, сюда, метис, сюда, сюда, сюда. Сюда свиток, взрывная смесь, большая. Да все, один будет нам интересно, давайте еще. Ребята, где? Ребятки, вы тут? Сюда. Ну ладно, давай. Давай к этому боку подойдем. Так, сейчас потихонечку расшатаем, волков сейчас прокачаем. Зайдем стихию себе. Если честно, я бы ту хрень перепризвал. Душа страсть сильнейшая. Понятно. Что не получилось? Не можешь почему-то призвать, видимо, не зоны досягаемости. Да, нормально, кто стихия мочит. Я вроде совсем чуть-чуть 12-14. Ты думаешь? Что-то с них даже падает. Тут мне холоду. Новый шарм какой-то. Вот таким образом идет раскачка такая, очень плавная. Возьмем все-таки что-нибудь еще отсюда. Тихо, тихо, тихо. Денежки, зелья, что там, не знаю, что вам еще надо. Как будто нам будет нам эти быки больше совсем не страшны, и можно спокойно бежать и рашить. Но
не факт, что мы сейчас не умрем здесь. Ну, ладно, мы здесь не умерли, то есть мы здесь убили, в принципе, всех быков. Нам, в принципе, здесь ничего больше не надо, но... Сейчас пойдем во второй склеп. Если мы сейчас вот в тот... Это были... Это был склеп, я так понимаю, да? Сейчас будет мавзолей вот там. Вот тут сейчас грохнуть... Ой, грохнуть первого раза. Я, конечно, подраскачался, но тем не менее. Ой, 13 уровень. Диабло на 13 уровне. Блять, я очень боюсь на самом деле. Погнали. Могут просто грохнуть. Первый. Вот тычки. Блять, я про что говорил. Ебать там попадали. К этому опыту дали, конечно, за убийство такого щепрета. Здесь там, кстати, уже Диабло. Они его убили, что ли? Вы же не убили его. Вы его не убили. Блять, идите убивайте. Ну что такое? Иди сюда. Блин. Давайте бегом сюда, ребзя. Кому сказал сюда, видите? Какой уже 19 уровень? Смотри-ка. Шустро. Так, ладно. Блять. Слушайте, я, конечно, все понимаю, но, блядь, это пиздец какой-то, если честно. Че, Диабло, придешь сюда? Давай, 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 иди сюда. Даже себе жизнь качну, давай, погнали со мной. Встал на груди. Опа, 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 здорово. Ёпсти. Ёпстиль. Я сказал. Как бы сказать-то помягче, я даже не знаю. Ну шуруйте. Давай, Диабло, уже меня бесишь. Какой 19 уровень? Угу, запомнили. 19. Что-то с него выпало. XP мне ни хрена не дали. Ха-ха. А самое смешное, что... Ты подозреваешь, что... Да, это сработал триггер выполнения миссии в более поздние времена. Вот. 48, уровень 22. Блин, здорово, конечно. Правда здорово, но... Типа, ничего.
Ай, конечно, предательство. Ну что, еще один дьявол? Найдешься? Никого нету, понятно. А здесь? А здесь кто-нибудь найдется? Блин, это что за ужас? Блин, это провал, серьезно. Короче, я делал с хрени выхожу. Сейчас посмотрим. Я хочу посмотреть. Если мы сейчас прыгнем. Блять. Мне тут не бежать, да. А телепорты я не открыл. Я добегу до кладбища. Ну, сделаю небольшую паузу, схожу. Видите, там куплю колы. Добегу до кладбища и посмотрю, отрегенились ли у меня заново. So it begins. Отрегенились ли у меня заново коровы? А вот после этого вернусь, да, я видел, что у меня свет выключился нормально. Отрегенились ли заново у меня коровы и давай посмотрим. Будем фармить их дальше. И хочу все-таки добраться до Блата Тамоя и показать вам, что увидимся в следующем эпизоде.